Сначала Арина. Вы видите, как сосредоточена Ирина Александровна Винрусманова. Неважно, кто выходит на ковер, Дина, Арина или групповое упражнение. Все ее дети очень много уделяют внимания всем гимнасткам. Интерпретация произведения Брамса «Венгерский танец Чардаш». На мой взгляд, очень подходит эта музыка «Орешки». Видите, какая разноплановая подбор музыки в каждой композиции. Образ подбирается индивидуально, очень много над этим работается. Еще раз скажу, каждое движение проверяется несколько раз с точки зрения эстетики, с точки зрения музыки, с точки зрения требований композиции и судейства. Такая филигранная работа происходит ежедневно.